вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект дырку в руке. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Эта программа есть как на Android, так и на iPhone. А также вырежем кружочек любого однотонного цвета, так, чтобы он не сочетался с вами и с фоном. А также тушь и помада, так, чтобы создать эффект крови. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Создадим эффект дырочки. Я уже вырезала из цветного картона вот такой вот кружочек. Теперь я возьму двухсторонний скотч и приклею на наш кружочек, который я вырезала. И приклеим его к руке. Вот что у меня получилось. Теперь создадим эффект крови. Возьмем тушь и зубочистку и обведем наш кружочек тушью. Посмотрите, вот что у меня получилось. Теперь сделаем то же самое с помадой. Я кружочек обрисовала. Теперь сделаем потеки крови. Берем зубочистку и делаем вот так. Вот я сделала потеки. У меня получилось солнышко. Теперь возьмем кисточку от туши и растушуем. О, смотрите, какая у меня красота получилась. А теперь можно идти снимать. Для начала зайдем в лайк и выберем подходящую музыку. Так, и выберем музыку. Присоединиться. И я хочу снять на 2x. Включаем 2x и снимаем. И теперь сохраним наше видео как частное. И теперь сохраним наше видео как частное. Личное.
отличный пост. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сняли. Ищем там, где я не поднимала руку, это в самом начале. Теперь выделяем наше видео и в левой панели выбираем средний значок. Выбираем самую первую функцию. И теперь удаляем наше видео. Нажимаем мультмедиа, фото, фон и выбираем черный фон. Немного увеличим. Листаем начало, нажимаем слой мультмедиа, фото, все. И добавляем наше фото, которое мы сделали в KineMaster. Тоже продлеваем. Листаем в самое начало, нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем наше видео. Вот оно. И теперь просто убираем хромакей и подстраиваем. Продлеваем, потому что наш фон и фото оказались сильно короткими. Теперь выделяем наше видео и подстраиваем хромакей. Можно нажать на ключевой цвет и выбрать цвет. У меня это оранжевый. А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень прикольно, мне нравится. Теперь я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. Всех люблю. Пока-пока!